готовился к медиа-дню, чтобы красивым быть на фотографиях и на видео. Медиа-день – это прежде всего замечательная возможность пообщаться с болельщиками. Мы много записываем видео, много снимаем фотографии. Это все будет выкладываться в соцсетях. На нашем сайте cskbasket.com будет онлайн транслироваться много. И, собственно, все для того, чтобы наш болельщик ближе находился к нам. Очень много фотографий весь день. Кто самый у нас красивый в команде? Ну, естественно, тут вопросы отпадают. Естественно, я. А надо было правильно сказать, естественно, это главный тренер. Было бы так лучше. Но на самом деле все симпатичные, все замечательные ребята, все прям атлетичные, спортивные, красивые, замечательные. И, в общем, готовимся к общей фотографии. Сейчас немножко еще дадим интервью и все это будем выкладывать.